Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я хочу вам рассказать о чудесах, которые Бог сделал в моей жизни. Я родилась в верующей семье, но, несмотря на это, у меня были серьезные проблемы со здоровьем. В 5 лет у меня обнаружили плеврит. Это когда в легких скапливается жидкость. Когда родители узнали о моей болезни, они собрали ходатайственную группу, которая проводила круглосуточные посты. В то время, когда велась молитва, я лежала в больнице. Мне ставили капельницы, также давали множество таблеток. Но спустя какое-то время мне сделали повторный снимок легких, на которых не было ни единого пятнышка. Легкие были чистые, и меня выписали домой. Все это время я жила обычной жизнью. И в 13 лет я ушла из церкви. Когда я училась в колледже, мне было 15 лет, нас отправили проходить медкомиссию. Когда мне сделали снимок легких, на них обнаружили пятно. После этого меня отправили на дополнительные анализы, где была большая вероятность того, что у меня туберкулез. И, как я сказала ранее, я перестала ходить в церковь. И о каком-то чуде или исцелении речи быть не могло. Я в это не верила, и мне было это неинтересно. Но по вере моей мамы и молитвам, Бог совершил чудо в моей жизни. Когда мы поехали сдавать повторные анализы и делать снимок легких, там не было никакого пятна, все было просто идеально. И подозрения врачей рассеялись. После того я заново начала ходить в церковь, поверила в Бога, начала служить людям. В то же время у меня обнаружили кисту в десне. Также у меня были проблемы со щитовидкой. Я дальше продолжала служить Богу, и эти проблемы меня перестали интересовать. Последнее чудес, которое Бог совершил в моей жизни, это исцеление пищеварительного тракта. Чтобы вы понимали, эта болезнь преследовала меня много лет подряд. У меня был дискомфорт, у меня постоянно болел живот. Но для того, чтобы сходить в туалет, мне приходилось пить слабительные. Во время одной из домашних групп, когда мы поклонялись и молились Богу, я почувствовала, что у меня произошло какое-то изменение внутри. Когда я вернулась домой, я поняла, что мой пищеварительный тракт, он начал работать. У меня ничего не болело, я чувствовала себя прекрасно, мне не нужны были больше слабительные. На сегодняшний день я очень благодарна Богу за совершенные чудеса в моей жизни. Я чувствую себя прекрасно, я полностью здорова. И я хочу пожелать вам, чтобы вы верили, не сомневались в Боге. Он вас любит и всегда поддержит.